Добрый день! Сейчас мы с вами посмотрим лот юбки зимние крем Швейцария. Подробности под описанием. Начнем мы с шикарной, очень красивой, нарядной юбочки. Это размер М. Вот она очень хорошо тянется полностью, вся в пайетках. И бисер и стеклярус еще присутствуют. То есть она прям вот сеточка, основа у нее. И вот она такая вот классная, нарядная. Теплая юбка Weekend от Max Mara. Размерчик. Сейчас скажу. Ну, 38, наверное. Хотя нет, не 38. 36. 36 размер. Вот. Тепленькая. На подкладе. Здесь у нас евро 36 размер. Так, дальше посмотрим. Итальянская юбочка 42 размер. Тоже такая достаточно плотная на подкладе. ОВС 46 размер. Вот до колена длина примерно. Очень красивая, ажурная. А здесь у нас размерчик 44. Это Сислей. Однослойная, без подклада. Легкая. А здесь размер XL заявлен. Ну, L-ка точно. Не знаю, как насчет XL. Тянется очень хорошо. Стретч-материал тоненький. Да, Тезенис. Юбка. Ну, тут размерчик хороший должен быть. К сожалению, нету этикеток. Ну, вот она, ну, ML, наверное, размер. Вот. Тоже очень хорошо тянется. S-ка в рубчик. Шикарная юбочка. Так, Street One. И размер у нас евро 34. Внизу гипюр. Кружево под кожу. Юбочка. XSS размер. Вот, расклешенная, сзади резинка. Здесь трикотажная юбка H&M. Размер XS. Ниже колена чуть-чуть, сзади разрез. Тезенис, опять же, размер SM. Такая коротенькая юбка-сеточка на подкладе. Здесь шикарная, посмотрите, цепочка на поясе. Очень плотная юбка. 40 размер с подкладом. Кэш-кэш, юбочка размер М, даже L, наверное, короткая. Вот так. 40 размер, евро 40 размерчик. Джинсовый, очень плотный джинс, сзади разрез. Велюровая юбка H&M, евро 42 размер, коротенькая. Здесь у нас H&M, евро M размер. Короткая тоже тянется хорошо, но плотная ткань. Здесь размерчик, это у нас юбочка, да, похоже на шортики. Размер S. M-ка. Вот, расклешенная ткань, как спортивный трикотаж. Бенетон и размерчик, ну,
скорее всего, здесь эска. Теплая юбка на запах. Вот так, коротенькая. А здесь у нас юбочка. Размер заявлен, опять же, L, но это не точно не L. S, M максимум. Вот. Плотный трикотаж, разрез внизу, ниже колена длина. Под кожу юбка, размерчик SS. Здесь тоже S-ка, без подклада, коротенькая, расклешенная. Так, Imperial. И размер М. Вот, плотный атлас. Еврофэшн. Коротенькая юбка, размер СМ. А здесь эска. Плотненькая, на подкладе. Очень теплая юбка, размер М, ну, коротенькая, правда, но тем не менее теплая очень. Здесь у нас XS размер, тоненькая, летняя, это юбка шорты. Вот сзади шорты, спереди как будто бы юбка, вот запах. Здесь у нас юбочка размер, ну, М-ка, скорее всего. Лапша тоненькая. А здесь, опять же, шортики спереди на запах. Вот, размерчик S. Контатто. Итальянские. Трикотажные, очень приятные к телу. Здесь компания Италия, компания Итальяна, и размерчик 40-й. Вот, расклешенная юбка, короткая. А здесь у нас юбка асимметричного кроя, размер S, сбоку замочек, и вот, видите, одна сторона короткая, а здесь такой хвостик с одной стороны получается длинный. Длинная юбка, тепленькая достаточно, размер М, с боков разрезы. Здесь у нас коротенькая Fly от Sion Day, похоже, и размерчик это SM. 46-й размер. Вот. Расклешенная. И тоже внизу, видите, ажурные на подоле. Подшита ажурная тесемочка. Так. Евро 40-й размер. Вот. Плиссированная. Из шифона, тоненькая. By Clara, размер M, на подкладе коротенькая, хлопок. H&M Евро 38 размер, плотная, на, ну что-то на атлас похоже. Zara, размер Евро M, теплая юбка, очень тепленькая, на подкладе, подклад хлопок здесь. Вот, нигде не колется, она прям шерстяная юбочка. H&M Евро S размер, без подклада, кожаный ремешок, как, ну, пояс получается. Здесь у нас размерчик 46-й, классическая прямая юбочка делового стиля. Так, Страдивариус Евро 34 размер, кожаный карман, джинсовая сама по себе юбка. Здесь у нас сетка с подкладом, размер S, короткая, плотная теплая юбка 36 размера,
Вот это спереди у нас замочек. Вот так будет на подкладе. Тепленькая очень. Морелла. И размерчик 36. Тоже с подкладом. А, здесь у нас юбочка размер S. Трикотажная. А, так, М-ка. Это Дженнифер. Интересная. Больше на S-ку тоже, я бы сказала, подходит. А, Бершка. Размер Евро М. Опять же, ну вот, возможно, короткая. Здесь у нас плиссированная юбка, размер, ну, L, скорее. Опять же, XS, коротенькая. Так, здесь у нас Евро 42 размер. Довольно-таки плотная, на подкладе уже потеплее. Это Мотиви. И размерчик у нас Евро 40. Вот это теплая прям юбочка. Очень приятная такая мягкая ткань, теплая. Бенетон размер S. Тоже тепленькая. На шерстяную что-то похоже. Так, 40 размер Евро. H&M размер XS, по бокам у нас вставки из эко-кожи, и пояс тоже резинка получается кожаная. Здесь тоже, ну вот атлас, это прям не атлас, но вот очень плотный такой материал и поблескивает. Это 46 размер, прекрасная юбка. Очень хорошо садится на фигуру. Такой материал очень. Так, 42 здесь размер. Вот. Расклешенная. А здесь у нас Forever 21 и размер Евро S на подкладе. Очень плотная ткань. Держит форму. А здесь у нас размер SM, ну, скорее ближе к M. Теплая юбочка с подкладом. Шорты ажурные с подкладом Tezenis. И размерчик это, ну, ML, наверное, вот так скажем. Морелла, размер 34 Евро. Теплая юбка. Здесь у нас Select Woman и размерчик M. Здесь Zara Woman Евро M размер. Коротенькая, на подкладе. Плотный материал. Очень такая яркая юбка. H&M Евро M размер. В складочку и очень вся блестит. И здесь у нас шикарные, прекрасные, миленькие шортики от Бершка Евро 36 размера, без подклада. Просто вот они такие изумительные. Это весь лот. Подробности в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.